Реальность страшнее вымысла. Мы читаем триллеры и поражаемся выдумке автора. Надо же, мурашки пробирают от таких фантазий. Но настоящая жизнь порой пишет сценарии, от которых кровь стынет в жилах. Читайте лучшие триллеры на Литрес, скидка 20% в закрепленном комментарии к видео. Документалист, автор True Crime книг Грег Олсен в книге «Не говори никому» рассказывает историю трех сестер, росших в атмосфере страха перед матерью. Человек, который должен был стать для них защитой и опорой, превратился в их палача. Микки Нокс получил популярность как автор биографии известных преступников. В книге «Сын Сэма» писатель поведал про Дэвида Берковица. Серийный стрелок объявил охоту на влюбленные парочки, которые искали уединение в укромных уголках Нью-Йорка. Леденящая кровь преступления Денниса Нильсона раскрыта на страницах бестселлера Брайана Мастерса «Убийство ради компании». Маньяк много лет складировал в подвале тела своих жертв. Он страдал от одиночества, поэтому беседовал со своими гостями, наряжал и смотрел с ними телевизор. Читая подобные книги, понимаешь, что порой